Всем привет! Сегодня мы снова будем готовить. Готовить сегодня будем завтрак. Причем очень быстрый и легкий. А легкий он в приготовлении. Нам понадобится круассан, брынза, латук, помидор, майонез и куриное филе. Начнем мы с круассана. Сначала мы его разрежем пополам. Очень мягкий круассан, очень свежий, поэтому мы даже острый нож его не берем. Нам для этого завтрака понадобится максимум 150 грамм куриного филе, что очень даже дешево. Круассан вы можете сами выпекать, что, думаю, вам это не очень интересно. Но все же, если кто хочет, выпекайте. Итак, куриное филе. Нам понадобится 3 круассана, 3 кусочка. Все, красота. Все это мы дело слегка отбиваем. Для чего это я делаю? Для того, чтобы максимально быстро она пожарилась, так как все с утра спешат на работу, еще по каким-то своим делам. Поэтому хотелось бы, чтобы вы не отвлекались на эти мелочи. Слегка, не сильно, оставляем только толщину. Дальше нам понадобится соль, масло. И обратите внимание, как мы сейчас ее будем жарить. Сковородка у нас уже разогрета. Посолить. Все это дело мы смазываем растительным маслом. Не в сковородку, а только на курицу. Потому что мы ей будем сейчас делать легкий аромат печености. Теперь нашу курицу на сковороду не даем растительное масло. Масло у нас есть уже на курице. На слегка разогретой сковороде отпекаем с двух сторон. У нас еще 2 минутки, и куриное филе готово. Так как мы его быстро обжарим на раскаленной сковородке, не наливая масло в саму сковороду, а просто обмазывая курицу, у нас будет чуть-чуть быстрее. Теперь переходим мы к нарезке и подготовке круассана к употреблению. Нам понадобится брынза внутри круассана. Очень сладкая, жареную вы можете попробовать. Так, помидорка, а лучше ее развернуть пополам. Еще есть кусочек, есть. Ну, латук. Теперь нам понадобится круассаны. Майонез. Можете, конечно, себе придумать более оригинальный соус, но немного его нужно. Ложим только на дно. А курочка тем временем, пока мы подготавливали, уже готова.
курица толщиной 5 мм, жарилась у меня буквально там 5 минут. Все, теперь круассан забираем. Вот наша основа это не. Теперь мы положим слегка латука. Совсем чуть-чуть. Теперь корочка самого скорого приготовления. Готово. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье.